переходим по правой стороне. Наталья Белова, корреспондент газеты «Семья и город». Я из Новой Москвы. У меня вопрос по поводу Ульяновского лесопарка. Мне кажется, это большое лукавство сейчас рассматривать здесь вот этот вот проект с этими жителями, которые здесь находятся, без учета мнения жителей, которые получают пользу от Ульяновского лесопарка в целом. Потому что люди будут болеть чаще, если будет вырублен лес, онкология повысится. Почему мы об этом не говорим? В Ульяновском лесопарке огромная крестообразная развязка у вас. Почему вы об этом молчите? И еще, подождите, еще я хотела спросить. Если уже вы действительно говорите о том, что вырубка настолько необходима, да, и травка действительно должна идти именно через Ульяновский лесопарк, хорошо, давайте тогда поговорим о компенсационном озеленении. Где оно будет? Если эти 15 гектар, давайте посадим тогда где-то в другом месте. Укажите нам, какого, пожалуйста. Спасибо большое.